Сразу две специализированные выставки открылись в Саратове в рамках 7-го индустриального форума. Свои наработки представили свыше 60 предприятий из 14 регионов России. Основная цель форума – работа над импортозамещением. Участники выставок привезли в Саратов разработки, которые раньше предприятия приобретали в основном за границей. Часть деталей для оборудования сейчас еще закупают за рубежом, но постепенно планируют полностью перейти на российское производство. Среди представленных на выставке наработок – техника для газовой и металлообрабатывающей промышленности. Большая часть участников форума из нашего региона. Так, компания-поставщик из Саратова представила новое оборудование для обработки металла. Мы продвинули на саратовском рынке марку «Фесту», тоже инструмент премиальный, но специализирующийся на столярке, деревообработке, мебельном производстве. В принципе, мы достигли успеха, так скажем. И теперь решили продвигать, заниматься тоже инструментом, предназначенным для промышленных производств, но немножко уже в другой сфере, уже в металле.